Сегодня утром поступили печальные новости о семье певицы Наташи Королевой. Ее сын, 20-летний Архип Глушко, попавший в психиатрический диспансер после дорожно-транспортного происшествия, сегодня совершил побег из учреждения в связи с шокирующей информацией о своей невесте Мелисе. Несколько дней назад Королевой сообщили шокирующую информацию, что у ее мужа Сергея Глушко был кратковременный роман с невестой Архипа. Наталья Владимировна попыталась скрыть эту информацию от сына, однако Архип все же узнал шокирующую правду. Узнав об этом, Архип отправил гневное сообщение своему отцу. «Ну что, будем умирать? Ты мне за это ответишь». Стало известно, что на данный момент Архип находится у своей невесты Мелисы и ожидает своего отца, который оскорбил его чувства. Несколько дней назад появилась информация, что Сергей Глушко имел кратковременный роман с невестой его сына и несколько раз встречался с ней в ночном клубе. Сам Тарзан расхохотался, когда ему сообщили об этом обвинении. «Это просто дурдом. Я что, идиот, вредить своему сыну? Я встречался с Мелисой, чтобы узнать ее истинное отношение к Архипу, так как они собираются жениться». Однако на записях видеокамеры ночного клуба видно, что Тарзан приобнимает Мелису за талию, а после они уезжают из ночного клуба на его джипе. Узнав о сегодняшнем происшествии, Наталья Королева, которая находится в реабилитационном центре, сказала Сергею Глушко, чтобы он немедленно пришел к Архипу и его невесте. Еще ранее мама Натальи Королевой, Людмила Ивановна Порывай, сообщала, что ее внук страдает психическими расстройствами и склонен к необдуманным поступкам. И судя по сегодняшним действиям, это действительно так. Сегодня Архип Глушко в своих социальных аккаунтах написал, что он готов помериться силами со своим отцом, заставить его извиниться перед невестой и рассказать всю правду. В это дело хочет вмешаться полиция, однако Тарзан заявил, что он сам разберет эту проблему и намерен приехать к своему сыну. Следует отметить, что сегодняшний побег Архипа Глушко из психиатрического диспансера грозит ему дополнительным уголовным наказанием, связанным с дорожно-транспортным происшествием. Напомним, что несколько месяцев назад Архип Глушко стал виновником крупного ДТП в центре Москвы, в результате которого погибли два человека.